Всем привет! Сейчас произошел очень ужасный инцидент. Когда я шел со школы, вышел из подъезда мой папа, и стояли там, короче, какие-то три пацана, ну вообще младше меня там, они попросили зачитать рэп, но я отказался. Затем, когда я пришел в свою квартиру, к себе домой я уже поел, в итоге мне начали стучаться в квартиру. Сначала раз постучались, потом сбежали с лестницы, потом второй раз. И так уже периодически много раз. В итоге, что сейчас мы сделали? Мы открыли двери, стояли на шухере, в итоге мы выявили этих людей. Говорить я о них не буду, видеозапись на камере сохранена, а также передана на жесткий диск, если что. Еще раз вижу здесь, подходи быстро сюда. Подходи, сказалось. Еще раз придете сюда, я вас как маленький котят вышлю. В общем... На учет в детскую милицию их можно поставить, но пока этого делать мы не будем. Я расстроился от того факта, что кто-то врывается в мою личную жизнь. То есть, фиг знает, ребята, они же могут и поджечь дверь, и там что угодно сделать, и запенить ее. Че ты знаешь, что у них на уме есть, правильно? Сейчас ведутся переговоры с охранными агентствами. Я хочу купить себе кнопку, ну, в телефон или просто так, чтобы вызывать охрану. И поставлю видеодомофон, чтобы мне проще было выявлять этих людей. Ну, что мне делать? Я вот ожидаю какие-нибудь советы от подписчиков, потому что все-таки надо от этого остерегаться, потому что такая фигня нам не нужна. Ну, точно я уже выбрал, что буду менять местоположение. Охранное агентство — это точно. В общем, наверное, буду переезжать в Краснодар. На улице ты-ты-ты. Всем пока.